Герпетогастр – вымерший монотипический род животных из среднего кембрия бёрджеских сланцев, имеющий всего один вид Герпетогастер калинси. 6 образцов Герпетогастера известны из большого филопода, где не составляет менее 0,01% от всего животного сообщества. Гидроцефал или водяная голова – вымерший род редлихидных трилобитов, которые были очень распространены в среднем кембрии Евразии и Северной Америки, который длился с 508 до 497 миллионов лет назад. Эти трилобиты длиной до 20 см и с более широким экзоскелетом, чем его родственники, по сравнению с другими членами своего семейства, глобель гидроцефалуса выглядит более вздутой. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канал, ссылка будет в описании. Поддержите проект.